По просьбе жителей в поселке Шмидта началась полномасштабная опиловка деревьев. Сухие ветки и подгнившие стволы представляют немалую опасность, особенно во время сильного ветра. Зачастую даже сами жители своими силами стараются эти угрозы как бы удалить. Но вот когда администрация, помогает администрации, это очень большое дело. Если мы на этом не остановимся, это будет хорошо. Активных жителей здесь всегда ставят в пример. В поселке несколько десятков адресов, где вмешательство профессионалов просто необходимо. Жители обратились к депутату по своему округу Александру Фетисову, который сразу же оказал всестороннюю поддержку. Опилку веток здесь ведет муниципальное предприятие благоустройства. Я работала председателем здесь 7 лет. И все 7 лет Александр Борисович вот оказывал огромную помощь здесь. И мероприятия проводили. И деревья мы пилили также благодаря ему. В общем, у нас очень тесные отношения и с администрацией тоже в том числе. Одними из первых аварийные деревья и сухие ветки в поселке Шмидта ликвидировали на улицах Неверова, Мостовой и Паровозной. Участки для дальнейших работ подбирают жители вместе с председателем общественного совета микрорайона. От них во многом зависит чистота и порядок на улицах поселка. Павел Баймаков, Константин Головин. События.